iPhone 5C – это во всех мерах квинтэссенция того, что все люди влюблены в iPhone 5. Он, правда, более усовершенствованный, более способный и намного комфортнее в использовании, имея неповторимые цвета. Мы верим, что iPhone – это опыт. Этот опыт сформирован определенным оборудованием и программным обеспечением, работающим гармонично и вместе. Мы продолжаем усовершенствовать этот опыт, грамматически расширяя границы между все большей его влиятельностью, наиболее обладающей интуицией и автоматически возрастающей пользой. iPhone 5C красив, и ему простительно, что он сделан из пластика. Множество компонентов было объединено в одну цельную поликарбонатную деталь, которая прослужит очень долго. Я думаю, что дизайн согласован, и это и есть результат развития формы, материала и цвета в комплексе. Каждый элемент по-своему оригинален. Он создает значительный и выразительный дизайн. Только по его внешнему виду можно заметить фанатичную заботу и то, как iPhone 5C чувствует себя в ваших руках. Это симбиоз качества и целостности, что является огромным достижением для iPhone. Это означает, что усовершенствование дизайна делает совершенно новую архитектуру. Все начинается с одной отдельной детали поликарбоната, в которую мы инсталируем цельные пластины стали, специально создавая сборку, которая дублирует антенну. Далее мы устанавливаем панель. После этого машина делает отверстие для кнопок совершенной формы. Далее, проходя через множество шлифовок, выполняется последний, завершительный процесс полировки корпуса телефона. Это обеспечивает неимоверно блестящую лаковую поверхность. Весь этот процесс проходит через неординарную структуру, похожую на танцевальную площадку, и делает его таким, каким вы и не ожидаете увидеть пластиковый продукт. С самого начала мы хотели спроектировать разноцветные чехлы и по форме такие же, как и сам iPhone. Такой является мягкая на ощупь микрофибра с очень интенсивным отличием. Это и есть окончательная защита iPhone. Результатом стал чехол, который, соответственно, делает телефон более красочным. iPhone 5C был построен на основополагающих функциях, которые люди знают и любят. Это чудесная картинка на дисплее, которая обеспечивается производительностью лазерной графики процессора, 8-мегапиксельная iSight-камера и впечатляющее время работы. Сейчас мы добавили больше LTE-частот, которых нет ни в одном другом смартфоне в мире. Мы внесли новую HD-камеру для FaceTime и снимков самого себя. Смартфон поставляется с iOS 7, которая включает в себя новые возможности Control Center, AirDrop и Radio iTunes, совмещая в себе все преимущества iOS 7, которые уже были раньше. Они стали более полезными и интересными. iOS 7 специально разработана для iPhone 5C. Обои подобраны к общему дизайну телефона. Главным есть то, что цвет преобладает во всех функциях, которые вы используете. Это еще один пример того, как мы разрабатываем дизайн с инженерной разработкой продукта. Это единственный правильный путь, в который мы верим благодаря своему опыту. Я думаю, это достаточно выдающееся событие. Это может казаться на что-то похожим, но это в то же время и новое. iPhone 5C это яркая реализация совмещения аппаратных возможностей и программного обеспечения в одном устройстве. Перевел и озвучил Алекс Гетч. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока!